Ну, не скажу ничего нового. Как бы традиционно начну, что мы очень серьезно готовились к этой игре, проанализировав домашние игры Никополя, посчитали, что они пропустили только два мяча и никому не проиграли. То есть тут пострадали все ведущие команды, Днепр, Энергия. Очень тяжело здесь играть. Во-первых, команда очень неплохая. Тут большинство выпускников днепропетровского футбола играть умеют. Даже наш, если Илья Шестипалов, который воспитанник нашей академии. Ну и, конечно, главная трудность – это поле. На этом поле создавать было очень тяжело. Естественно, были приняты коррективы по игре. Особенно, то есть план был разбит на две части. Первый тайм, второй тайм. Основная задача была сдержать натиск хозяев, отодвинуть игру от ворот в первом тайме, а во втором уже, выпустив свежую среднюю линию, додавить их. Как бы, ну, в принципе, он сработал на все 100%. Ну, вы второй выездной матч к ряду экспериментируете с составом, со стартовым составом. Вот, насколько было волнение, все-таки, ну, есть некая, наверное, несыгранность у ребят, тех, которых вышли со старта сегодня? Волнения никакого нет. Вы поймите, в современном футболе нет 11 футболистов, которые решают проблемы. Решает их вся команда. Вот у нас в обойме 25 человек, вот они решают. А в частности, решала 18, которые были в заявке. Поэтому тут нет такого у нас стартовой, нет. Просто на данном этап времени мы знали, что у Никополя короткая скамейка, их надо было измотать где-то такой подвижной игрой и потом уже выпустить, потому что у нас тоже нагрузка в основном на них и тех же ложится. Поэтому и нужны были эти изменения для того, чтобы свежие ребята вышли и дали бой Никополю. Ну, в принципе, так и получилось.